Лет прошло, он все вспоминает, вспоминает, живет прошлым. Настоящего будущего нет у человека. Мы как песчинки в океане. Мы то с одним человеком живем, то с другим. Если ты ему служишь, заботишься о нем, то ты не будешь зависеть. Зависеть означает, что ты ждешь любовь. А любовь не надо ждать. Вот это правильно. Да, надо менять. Вот. Любовь не надо ждать, надо ей служить. Если ты хочешь себе любви, ждешь зависимость называют. Сам выполняй свой долг, счастье испытывает своего служения. Цель человеческих отношений это духовная реальность. Надо так служить, чтобы ничего не ждать ни от кого, и тогда ты не будешь зависим. Следующая жизнь пройдет успешно. Иначе будешь вспоминать постоянно. Поэтому приходит жестокая судьба, чтобы нам как-то обезопасить нас. Жесткая судьба. Она не дает возможности общаться с близким человеком. Постоянно люди не понимают друг друга. Скандалы идут. Так действует судьба. Человек не, ни один не виноват, ни второй. Судьба так действует. Жесткая судьба приходит. Люди должны изучать, что есть судьба. Если ты думаешь, что во всем он виноват, человек, тогда ты не понимаешь, что судьба тебе за нас схватила и морочит тебе голову. А есть еще жестокая судьба. Когда жестокая судьба приходит, она вообще все ломает. Она ломает психику людям. Люди начинают травить друг друга, убивать, воровать, насиловать. У них безумие наступает в головах. Безумие. И цель жестокой судьбы подняться тебе над удовлетворенностью и комфортом своей жизни. Она хочет тебя научить верить в Бога, а не в свою жизнь. Вот люди, часто раздолбанные, как бы все потеряли, а они все равно счастливы. Почему? Потому что они верят в Бога, а не в свою жизнь. Вот, допустим, молитва святого Франциска. Он говорит своему послушнику, говорит, вот мы сейчас придем вот в этот город, сейчас у нас ливень идет сильный, и мы хотим крова. И нам там в этом городе охрана скажет, да вы, бродяги, нам не нужны здесь, в этом городе. И валите отсюда. Мы вас не пустим в город. И мы с тобой сядем под деревом, заснем там под деревом, под этим дождем, и подумаем о том, что спасибо Господи за твою милость. В чем же милость-то заключается? В том, чтобы человек отвязался от всех благ этого мира и просто надеялся на него. Но это очень высокий уровень мышления. Вряд ли мы сможем вот так, как святой Франциск, мыслить. Но к этому в какой-то степени надо стремиться, и поэтому жестокая судьба, пока ты не научишься быть самодостаточным, несмотря на то, что тебя предали, бросили, растоптали, пока ты не научишься быть самодостаточным, она от тебя не отвяжется. А как только ты научишься, она тебе вернет все, что взяла. Ей не нужны твои там... И, ну, счастье твое. <laughs> Верните мне мужа. Пока ты будешь зависеть от мужа, не будешь зависеть от Бога, не успокоишься в сердце, никто тебе ничего не вернет. Жестокая судьба хочет поднять человека на другой уровень мышления, восприятия мира. Но мы сейчас не будем с вами говорить о концентрации на Боге, о том, как надо предаваться Ему в сердце своем. Мы говорим с вами о том, как правильно себя вести с людьми, чтобы выжить в этом мире. Для этого нужно всегда себя ловить на том, что у тебя в сердце. Ну, хочешь правды, поступай в соответствии с правдой. Но сердце не надо настраивать на правду или ненависть. Сердцу надо постоянно заставлять его возвращать в состояние доброты. Хоть и Допустим, люди иногда такие поступки совершают, что они достойны только наказания. Но сердце не может, не имеет права никого наказывать, потому что оно не является судьей. Мы же не знаем, что человека заставило так жить, так себя вести. У нас нет божественного видения. Вот почему Бог всех любит? Потому что у него есть божественное видение, он изнутри всех смотрит и понимает, почему человек вот так себя ведет или так себя ведет. Но мы же не можем изнутри на человека посмотреть. Мы смотрим снаружи. Поверхность какую-то видим и судим. Поэтому человек должен быть в доброте сердца, и тогда он может глубже на людей посмотреть, понять человека лучше. И доброта дает возможность исправить также человека. Если ты, допустим, хочешь помолиться за близкого человека, который плохо себя ведет, сначала по-доброму настройся на него в сердце. Тогда это значит, ты уже имеешь право ему помогать. Социальный успех в жизни человека зависит от доброты в сердце. Вот кто такой хороший начальник? Он может строго себя вести с подчиненными, кого-то наказать, но в сердце он всегда добр к ним. Это значит позиция отца, начальника, позиция отца, доброта к подчиненным. Чтобы они не вытворяли. Сердце доброта снаружи может наказать, если хочешь. Ты имеешь право, ты начальник. Ничего не получится, есть состояние такое. Вот раз, два, три, вот наверное, с белым женщина. Да, ничего не получится. Вспоминайте, смотрите, там у вас есть такое состояние внутри. Я не знаю насчет чего. Я вижу состояние. Ну, связано с личной жизнью. Ничего не получится. Откуда вы знаете, получится или не получится? Доброту включаем в сердце ко всему, что происходит. Допустим, сложности в личной жизни. Доброту включаем. Чего-то не получается. Допустим, ребенка не можем зачать. Допустим, доброта. Если в сердце доброта, значит, все получится. У Бога, значит, все под контролем. А если мы начинаем судить... Или входить в разные состояния, то тогда никакого контроля у Бога нет. Тогда мы сами все решаем, и значит, сами будем и получать правды, последствия этих решений. Допустим, у женщины нет женских органов. Он говорит: ну как у меня будет ребенок, если у меня нет женских органов? Ну, он может снаружи прийти, не обязательно изнутри. Бог может дать ребенка, допустим, тебе просто вот так взять и дать на воспитание. И он будет твоим ребенком. Твой будет, мама будет кричать. Но родила другая женщина. Мама это та, которая воспитывает, а не та, которая родила. Рождать человека это просто механика. Женщина ничего не делает в это время. Она ей говорят, не, расслабься и не мешай процессу. Все, это происходит. Бог рожает ребенка на свет. Или женский орган. Она же не знает, что там происходит. Она говорит, все или не все? Говорит, еще не все. А вот, которая воспитывает, это мать уже. Рождает тоже, это бонусы есть на это. Ну, та, которая воспитывает, это уже мать. Поэтому Бог может дать ребенка, если ты в доброте находишься. У меня много интересных всяких историй. Одна молодая девушка заболела туберкулезом придатка. Ей врачи сказали, никогда не будет детей, все, шансов нет. Ну, она, ладно, не будет детей, взяла на воспитание, начала здоровый образ жизни вести, взяла на воспитание ребенка, ребенок появился, у нее женские энергии пошли, сразу все выздоровело. Родила первого, потом родила второго. <свят> Три получилось вместо ноль. Потому что она не сдалась, не поверила в эти слова. Понимаете? Вот эти экзамены называются жестокая судьба. Не отчаивайся. Не входи в состояние безысходность. Безысходность, значит, ты на себя надеешься, но энергии Бога не знаешь, как они действуют. Безысходность побеждается добротой. По-доброму настройся, не суди никого. Всем желай счастья. Кого надо наказать, по-доброму наказывай. Кого надо простить, прощай. От кого надо подальше держаться, держись подальше. Надо защищать свою собственность, защищай. Надо что-то отнять. Человек что-то себе прихватизировал, отнимай. Но сердце по-доброму. Так второй уровень победы над кризисом ⁇ это изучение своего сердца. Смотреть на него внимательно, что там происходит, и работать с ним, возвращать его назад, когда оно ушло. Это можно с памятью о Боге делать. По-другому никак не вернешь. Природа не дает доброту. Она дает радость, счастье, спокойствие, волю человеку дает. Но доброту не может природа дать. Ты не можешь с помощью природы добрым стать. Доброта – это уже Бог в сердце. Есть Бог на алтаре, есть Бог, который дает нам жизненные силы, способность жить. Вы жизненные силы где ищете? Вы в природе, конечно, ищете, а люди тебя ищут где там? и не массаж, там таблетки. Жизненные силы надо вот искать на природе. Вот вам жизненные силы ваши. Вот они. И здоровье там, и долголетие. Вот все здесь. Вот изучайте, как это в себя впитать просто. И все. Я вам это рассказываю на лекции. Это все дает силы, здоровье, хорошее настроение. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот это все энергии природы. ла 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 Это все энергии природы. Все. Прекрасно. Доброта. Откуда она идет? От воды, от солнца, от ветра. Откуда идет доброта? От Бога в сердце. В сердце живет Господь. Душа находится вот здесь, в этой зоне, душа, а за ней Господь всегда. Две души в теле. Не одна, две души в теле. Если одна душа в теле, не две, а одна душа в теле, что это значит? Вот вы, допустим, видите души, допустим, вы видите. И видите, человек стоит, у него одна душа в теле. Что это значит? Нет. 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 А? Что? Это не человек, это Бог. Если вы видите, кто-то стоит перед вами, и там одна душа всего, вы видите души, допустим. Там одна душа, не две. Это значит, перед вами Бог стоит. Вот так святые могут увидеть Бога. Они видят, что не две души там внутри, а одна. Это значит, сам Бог пришел, понимаете, в гости к вам. Он может прийти в теле человека, что ему не запрещено. А? Я говорю про Бога. Я, когда, я когда пришел к ко гробу Господню, меня только один вопрос интересовал. Я настроился сначала на этот год, когда он там родился, начал пытался почувствовать его, а потом пытался понять, сколько там душ внутри, две или одна. Все, больше меня ничего не интересовало. Вы – это одна душа, а Бог – это вторая. И Бог полностью контролирует все, что в теле происходит. Ученые говорят, что это все автоматически происходит. Что автоматически? Каждая клетка – миллиарды процессов в секунду. Все синхронизировано. Как Что автоматически? Знаете, как тело человека на санскрите называется? Янтра. Знаете, как янтра слово еще переводится, кроме тела? Машина. Это механизм, сложный механизм, в котором мы живем. Он создан Богом. И Бог его и контролирует. Мы ничего не знаем, что там происходит. И он человеку дает знания. Если у тебя есть уши, услышь. Ты человек разумный, гомо сапиенс. Вот ты услышь, что здоровье приходит к человеку через природу. Вот совершай аскезы на природу, бегай, статику делай, динамику, пост, и ты будешь здоровым всю жизнь. На природе бывай. Снег дает человеку здоровье или нет? Снег – это это такое, ну как бы, милостивое состояние воды, когда очень очищает сильно сознание. Если ты на снег настроишься, то очищается очень глубоко, много чистоты ты получишь от нее. Вот люди в южных странах, у них нет снега, поэтому они не могут так сильно очиститься. Там вообще энергии воды меньше. Вода теплая, вода, это ни о чем. Поэтому люди в Гималайи идут в Индию специально, чтобы очиститься, чтобы с энергией воды и снегом сконтактировать, энергию чистоты. А у нас это просто Бог нам так дает. Просто так. Видите, природа дает человеку прощение, дает человеку силы, спокойствие, смелость, способность побеждать судьбу. Сегодня вот бегали. У кого много способностей побеждать судьбу? Я сегодня была одна из самых тяжелых пробежек в моей жизни. Потому что я только из вирусной инфекции вышел, у меня длительная поездка, уже там больше 7 тысяч километров налетал. И все вместе навалилось, и сейчас идет плохой период, по здоровью меня, он через неделю закончится. Статическое напряжение копится. А когда статическое напряжение сильное, то очень тяжело бежать. Я сегодня прям бежал из последних сил. Мне прям очень тяжело было бежать сегодня. А? Тоже, да, тяжело было. Вот. И я победил вирусную инфекцию. Оказывается, она там мне еще жила где-то внутри. И на четвертом психическом слое начало легчать. Я увидел, как вирус загнулся. Ну, то есть это такая пробежка была волевая очень. И это означает стремление к победе. Если есть привычка вот так побеждать судьбу, то взял и пробежал. Зато потом легко стал в воде уже стоять легко, хорошо стал. Ну то есть иногда бывает трудно, но если есть энергия природы, она лечит движение, воздух, настроение правильное, лечит и дает тебе силы преодолевать трудности, препятствия. Еще один рубеж преодолен, ну я преодолел для себя. Это означает, организм на новую ступень вышел самозащиты такой, силы внутренней. В нем появляется иммунитет, более сильный иммунитет, который способен справиться с болезнью и дать ей выжить. Так человек должен жить, он должен побеждать всегда, стараться преодолевать трудности. С помощью природы это делать, с помощью аскез. Но доброта ⁇ это выше, чем природа. Есть Господь в сердце. Чем Он занимается? Он обеспечивает все функции организма. Он дает нам ощущение правды и лжи. Истины, более глубокой, еще более глубокой. Дает нам забвение и знание. Он может поменяться внутри сердца. Господь внутри сердца – это как законодатель. Не личное отношение с нами он имеет там. Отношение законодателя. Вот вы к прокурору пришли, он личное отношение с вами имеет или нет? Нет, он как бы надо наказать, наказывает. Надо поощрить, поощряет. Все. Законодатель. Но если ты настроен по-доброму, Господь в сердце, в какой-то степени, в зависимости от степени твоей доброты, перестает быть законодателем. Он становится личностью, он начинает как личность в сердце действовать. Вот чем отличается, допустим, сын директора завода от всех остальных, кто на заводе работает. С ним директор завода не ведет себя в полной степени как законодатель. Он, конечно, будет следить за правилами и скажет сыну, так нельзя себя на заводе вести. Но отношение другое. Он все равно его, есть. даже если выгонит, все равно вернет. Если, если сын попросит исправиться. Не всех может вернуть. Кого-то не вернет. Человек исправился, но его уже не вернут. А сына он вернет всегда. Это называется личные отношения. Личные отношения – это более приоритетные отношения. И Бог не скрывает, Он говорит, пожалуйста, если хотите личные отношения, доброта в сердце. Стремитесь к сознанию Бога. Если вы мое сознание поняли, Господь говорит, мое сознание – доброта, возлюби ближнего, как самого себя. Все. Если ты так будешь себя вести, я буду к тебе ближе. Удача придет в твою жизнь. Удача ⁇ это супруга Господа. Знакомьтесь. Удача ⁇ это личность тоже. Это супруга Господа. Она приходит только к тем, кого Господь любит. Если, ему, если ты доброту в сердце культивируешь, не судишь никого, по-доброму ко всем настроен, у тебя нет врагов. Может человеку нация какая-то быть врагом? Нация откуда взялась? Откуда нация взялась? От Бога взялась. Может вера какая-то человеку быть врагом? Откуда вера взялась? От Бога. Если человек нацию какую-то начинает считать врагом своим, Бог это... Поощряет, нет? Нет. Относитесь по-доброму к людям, ко всем, к людям. Есть политические всякие течения. В ведах Господь говорит, я не питаю никому ни пристрастию, ни вражды. Для меня все люди одинаково их люблю, всех людей. Но раздоры между людьми возникают на почве политических отношений. В ведах написано. Что такое политические отношения? Это отношения, в которых каждая страна защищает свои интересы. Так же, как, допустим, тело. Каждый человек должен защищать интересы своего тела. Понимаете? То есть мы должны сохранить тело. И там бывает такое, что апельсинка одна на всех. Сложная ситуация. Когда начинается дележка, тогда каждый сам за себя начинает. Появляются сложности в отношениях. А? Правильно это или неправильно? Это уровень правды, который ниже божественной правды стоит. Есть божественная правда, это доброта к людям. А есть правда государств разных. У них тоже есть, у каждого своя правда. Они за самоохранение, самосохранение. Настроен. Поэтому есть правда, связанная с государством, а есть правда, связанная с Богом. Бог должен... Ну, Бог по-доброму настроен ко всем нациям, ко всем народам, ко всем верам. Если человек по-доброму настроен ко всем нациям, народам и верам, он находится в сознании Бога. Это не значит, что он не выполняет свои обязанности перед своей страной. Об этом нет речи. Люди выполняют обязанности, но при этом доброта в сердце должна быть. Иначе ты не божественный человек, не от Бога. Вот допустим, я в прошлой жизни в женском теле погиб в концлагере. Я был женщиной, жил в еврейской семье, и меня умертвили. Потому что была еврейская семья. Это произошло где-то между Молдовией и Румынией, в этом месте где-то. Я сильно не изучал эту тему, но примерно знаю. Я помню свою прошлую жизнь, вкратце. В этой жизни я тоже родился, у меня дедушка еврей чистокровный. И его семью тоже расстреляли. На его глазах били родственников, он успел выпрыгнуть в окно, спастись. Причина, почему так происходит, незнание того, чего хочет Бог. Бог по-доброму относится ко всем нациям. Он всех любит. Он создал все нации. Это его дети. Каждая нация несет в себе определенную судьбу. Они нужны эти нации, есть смысл в них. Но они все хорошие. Плохих наций нет. Понятно? Когда начинается враз... национальная вражда, это безбожие, Бог никогда не будет это поощрять. Никогда. Поэтому доброта в сердце, культивируем доброту в сердце. И тогда человек имеет право на другое отношение к себе Бога. Его жизнь встает под защиту Бога. Что это значит? Вот когда жеста судьба ведет себя не как сестра, то Бог вмешивается в жизнь человека, который по-доброму настроен. Вмешивается. Он дает ему поддержку, защиту. Через добрых людей это происходит защищает от беды Бог человека такого. Называется личное отношение с Богом. Удача. Понятно? Следите за своим сердцем. Наблюдайте, что там внутри. Разочарование это несознание Бога. Безысходность несознание Бога, гнев несознание Бога. Хоть Он и праведный, не все равно несознание Бога. Чувство несправедливости может быть. Но сердцу туда не надо пускать, сердце надо должна быть доброта, не пускать чувство несправедливости в сердце. Иначе разрушен человек становится. Несправедливость есть в этом мире? Есть, с нашей точки зрения, есть. И это хорошо так думать. Нормально. Потому что в этом мире нет несправедливости на самом деле. Все, что происходит, происходит справедливо, потому что есть причина ко всему, которую мы не знаем, чаще всего идет с прошлой жизни нам кажется несправедливостью. И это нормально, защищать себя, пытаться справедливость отстаивать. Но в сердце неправда должна жить, доброта. Потому что правда постепенно переходит в ненависть, и потом тебе придется между белой ненавистью и черной бороться, вот так как бы лавировать. Это означает между адом и не адам. <laughs> ну, то есть, когда у тебя в сердце нет доброты, рай, до свидания уже все. Даже близко не будет никакого рая. Рай – это место, у кого есть доброта. Кто сердце в доброте содержал всю жизнь, пожалуйста, можешь пойти в рай в следующей жизни. Но у тех, у кого нет доброты в сердце, никакого рая не будет. Рай только для добрых. Там места нет ни правде, ни ненависти. Это люди Бога там живут, ангелы, люди Бога. У них в сердце уже доброта утвердилась, они не могут быть недобрыми, ангелы. Они всегда добрые, у них постоянно там сердце доброта, они в сознании Бога находятся. А мы еще нет. У нас и так и так бывает. Мы должны учиться этому. Поэтому вторая стадия победы над кризисом или второй урок — это доброта. Запомните. Сердце в доброте держим, стараемся, не упускаем. Зачем нужна молитва, чтобы сердце держать в доброте, в доброте, в доброте. Не судим, судим не будешь, иначе будет разрушена твоя жизнь. Правда, когда твое сердце захватило, ты повстал на путь саморазрушения. Если два человека семейной жизни живут, каждый отставит свою правду, вы идете к разводу. Это гарантия. Если вы. Ну, принимайте человек, ну, не понимает он вас, ничего страшного, живите по-доброму относитесь, он вас поймет со временем. Доброта является основой знания. По-доброму относитесь, вы говорите, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы человек понял? Он не понимает, как правильно жить. Вот вы, допустим, пришли, приехали сюда на фестиваль, теперь вы знаете, как жить правильно. Приезжайте домой, они нифига не знают. Но у вас нет такой силы передать знания. Вы говорите, ну, блин, ну а что? ты, ну ты да че? Я тебе говорю, точно надо вот так. Он говорит, да иди ты нафиг, что ты ко мне пристала? Съездил на этот фестиваль, тебя там зомбировали, блин. Теперь мучаешь меня, ходишь. Что я тебе сделал вообще? Я жил нормально, Я не трогал. Не получится вам передать знания таким образом. Надо сначала переварить человека близкого, что он не имеет знаний, ничего страшного, по-доброму настроиться, пускай живет как может. У меня жена тоже не бегала и не ходила, когда я начал это делать. Я ей рассказывал, как мне помогает это все. Сначала я переваривал то, что она, и даже неприятно было, что я вообще эту тему поднимаю. Потом она успокоилась. Потом ей начало она начала ну, как бы радоваться, что я это делаю, потому что она видит, что мне помогает для здоровья. Это стадии разные принятия знания. Сначала отвержение, агрессия. Потом он не обращает внимания. Он привыкает тебя с этим, к тебе с этим. Привыкает человек. Потом он интересуется. Это все скрытые стадии. На этих стадиях нельзя человеку говорить, ну что, теперь ты понял? Нельзя. Не трогай его. И эта стадия скрытого процесса в семье очень долго длится. Вот, допустим, когда моя жена начала длительное движение совершать, она, ну как вы думаете, как это произошло? То есть она ко мне подбежала, ура, я теперь бегать или ходить начинаю. Так это произойдет? Нет. Она тайком с подружками пошла. Мне подружки рассказали, что она ходит по 4 часа. Ну, нифига себе, как бы, <laughs> я не знал. Я говорю, ты ходишь? Она говорит, не твое дело. Все вот так вот. Понятно? Нет пророка в своем Отечестве. Иисус Христос Назарет приехал, там что его с объятиями встретили? Нет. Он везде проповедовал, а кроме Назарета, потому что там к нему были претензии. Не поверили они ему. Везде верили, кроме этого места. Так и дом тоже человек, человека. Его дом, родственники не принимают. У меня мама тоже, когда я стал врачом, она болела бронхитом. И она спрашивала, у кого бронхит можно вылечить у своих подружек, знакомых. И они говорят, да что ты паришься, вон у тебя сын всех лечит, иди к нему лечись, да и все, что ты бегаешь, ищешь. Вот я вот твоего сына вылечилась. Мама думает, может мне тоже попробовать. <пошла>, Пошла ко мне лечиться, пришла, в очередь села. Я выхожу, кто следует, смотрю, мама сидит, говорю, заходите, эти люди. Женщина, вы без очереди. Я говорю, это моя мама. Они, да, удивились все. Вылечила бронхит, я ей дал лекарство, все подобрал. Бронхит прошел у нее. Она поверила. Но последний, все уже поверили. Последней была мама. Вот так это действует. Поэтому не надо сильно расстраиваться, если ваши близкие не принимают ваше знание. Это нормально. Почему близкие не принимают знание? Как это с точки зрения высшего знания понять? Близкие олицетворяют нашу прошлую жизнь. Вот если ты, допустим, в прошлой жизни был атеистом, те все, блин кому не лень, говорили, надо молиться, надо молиться, да пошли все нафиг. Вот. И в этой жизни наконец до тебя дошло. То потом, лет пять или шесть, Бог тебя будет воспитывать твоими близкими, которые будут говорить тебе, да пошел ты нафиг со своей молитвой.